Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова, и я расскажу, какие советы дают. Овен. Возможны удачные события в сферах, связанных с приобретением, оценкой, продажей недвижимости и управлением ею. Однако успех не достанется вам даром. Телец. На протяжении всего дня вам предстоит действовать в тесной связке с другими людьми, с которыми у вас есть общие интересы. Близнецы. Постарайтесь не ссориться с авторитетными людьми, сильными мира сего, а также с представителями других городов и стран. Рак. День обещает стать насыщенным и не пройти без пользы. Вас ждут и радости, и ситуации, заставляющие быть дисциплинированнее и самостоятельнее. Лев. В это время вы очень нуждаетесь в надежной опоре. Не исключены профессиональные проблемы и неприятности со здоровьем. Дева. В этот день стоит отдать предпочтение не рассуждениям, а действиям. Не помешает задуматься о будущем. Весы. Вы можете принять ответственное решение. Возможно, вам придется пойти на это против своей воли. В силу обстоятельств. Например, ради поддержания своего профессионального авторитета. Скорпион. Вы будете обеспечены поддержкой других людей, в том числе проживающих далеко от вас. Возрастает ваша чувствительность, любвеобильность и привлекательность. Стрелец. Возможно, удача в делах, связанных с наследством и совместными ресурсами. Осторожнее берите кредиты, не давайте опрометчивых финансовых обязательств. Козерог. Чтобы ваши усилия увенчались успехом, действуйте вместе с партнерами. Не забывайте об их насущных интересах и потребностях. Водолей. В этот день вам противопоказаны чрезмерные нагрузки, как физические, так и душевные. Выполнение повседневных обязанностей будет сопряжено с яркими впечатлениями. Рыбы. Прекрасное время для любых начинаний, в которых вы предоставлены сами себе. Во всем, что связано с творчеством и личной жизнью, а также с расширением кругозора и поддерживанием зарубежных связей, вы будете энергичны и предприимчивы.